Итак, всем привет, с вами стал сегодня, мы продолжаем проходить Devil May Cry 2 за Данте. Оказывается, у Данте 18 миссий, я посмотрел просто количество. 18 миссий, а у Люси 12, и они все, и они, кажется, отличаются полностью, кроме первого. Это интересно, скажу честно. Не то. Конечно, прокачать за два, а теперь, ну, он третьего уровня, да, но может быть, когда-нибудь у меня появится новое оружие, хотя я в это не особо хочу верить, и мне оно не нужно. Well, well, what have we here? Ничто, кто? Do you have to ask? Maybe another time. Я подумал, это паук. Вылазит. Это было бы жесть. Я думаю, сейчас я и на нем отлечу несколько раз. На кентавре или что-то. Кентавре. Фишки. Опа-на. Ну что, сразимся за достойным противником. Да, блядь. Понял, сейчас я изучу его атаки, точно все будет. Так, ясно. Я вижу стрельку. Еще немножко и можно будет ее сделать. Вот стрельку. Так, думаю, что сейчас и можно. Там же еще одна штука есть. Я атаки его учу. Блять, так надо запомнить, чё? Блянц! Ой, тут где? Так, после этого он бежит. Да. Всё, я запомнил. Ага, цель новая атака. Куда ты? После этого он бежит, давай. Не бежит, а уже. Так, ну еще одна полоска, да? Ну, слабый получается. Бальянс. Ну, либо я сейчас доиграю. Останься. Так, он стал более... О, я к тебе и не подойду, друг. Подойду. Просто зажал. Давай, беги. Наверное, не... хорошо, что я не зря качну. Может отдыхать? Понял. Он просто превратился в бугали. Ладно. Здесь упростили это немножечко. Немножечко это еще слабо сказано. Так, сохраняемся. Я так по 1, 2, 3, 1, 2, 3 вот так сохраняться будет. Так, следующее задание. Какое у нас? 4 минуты на одного босса. Так. Ну, во-первых, усилится. Вещи. Вот фиолетовый шар, потому что вот что это такое? О, другое дело. Так, назад. Начать задание. Так. Охотник познает непорочность скорости. Вот. Ну и насколько же он быстр? Что он стоит? Блин, было бы интересно. Блин.
Не додумались. Было бы правда интересно, если бы он стоял. Вот именно вот этот кентавр остался здесь стоять. Было бы очень интересно. Caution. Завод начал разрушаться. Caution. Слышен сигнал тревоги, а это означает, что строение может взорваться в любую минуту. Warning. Ну, если ты мне этого не говорил бы, я бы... А. А что так? О, столько этого прокекал. А, мне вообще блин. Я пошел. Нет, все. А почему они закрыли? Что я не один раз это буду сейчас проходить? А куда? Времени пока что предостаточно. А, сюда? Ладно. Это что? Кто-нибудь помнит? Я не помню. Это что такое? Кровная меч, декоративный меч, похожий на косу смерти. Прикольно. И зачем я сюда пришел? Ради только ради одного меча? Давай-ка тогда попробуем меч еще. Огромный толстый меч с узким углублением. И зачем мне сюда так? А как мне тогда уйти? Ладно. Ну ладно, не я не связан. Пошел, мне это нравится. Но я не особо... Бля, просто чтобы понимать, что мне... У него атаки такие же, как у мятежника. Вообще. Кто помнит, что я пошел? Здесь должен быть этот. Ой. Ну сейчас оно все закрыто. Ну переходим, как говорится, на тяжелую артиллерию. Тяжелый меч, тяжелый... Да, меч мне не особо сейчас нравится. Он точно такой же, как мятежник, ощущает чистка, блядь. Хотя нет, мятежник побольше ощущается, как зубочистка. Это хотя бы помедленнее нам. Не прям сильно, но понятно. Я понял, что ворник. Но кто мне объяснит, что мне делать? Ясно. И никто не объяснит, что мне делать. Офигеть, отдать. Я что, с ним могу здесь бесконечно? А зачем мне? Что-то полез. Это просто бесконечно, понял? Это просто подмога, хорошо? Понял вас, покажу. Это сейчас энергия, 100%. Может, я не знаю, может сломать эти ворота. Ладно.
Там-то быстрее бегать не может, так что я не понимаю. Так, еще разочек. Давайте сделаем так. Переиграть задание, да-да-да. Так, а подожди, я усилялся уже, да? Да, все нормально. Подожди, а меч теперь у меня второй появился? Да, кровавая, кровная месть. 5000. Странно. Так, давайте посмотрим еще раз. Вот, спускаемся мы сюда, вот так вот. Куда мне показывают идти? Вот я здесь сейчас, вот здесь. Слышится сигнал тревоги, а это означает вниз. Вот, вот здесь вниз показываю. Построения могут взорваться в любую минуту. Warning. И... Кай! Ты ни хера непонятно вообще написал. Что мне, что от меня требует? То есть, да, кровавым, окей, кровавым не все сходить. Просто 10 минут надо пробегать. Я не знаю, что это такое за звук. Ну, 10 минут, то здесь... Ну да, этот меч ощущается потяжелее. Вот такой должен быть мятеж. Там дверь есть, ну и что? Ну сходил я туда, там ничего нет. Скорость. Ну, то есть, на скорость. Это время на скорость. Я... Ой, блядь. Это задание на скорость, я это понял, вот так. То, что они бесконечно появляются, меня немножко смущает. Я не знаю. Не надо. Может, я могу встать сюда? Просто появляется. Что это там пол? Ну, блядь, Данте, не надо. Так, не попал. Ладно. Вот мне хотел. Ладно, еще раз ходим. Не выживать же меня здесь не заставляют. Потому что здесь выжить, ну, не составляет никакого труда. Да может быть что-то здесь? Так? Я. Что ни хера вообще не ясно. Так, ну вот что мне это... По карте мне что это дает? Чё, блядь?
Вам ни чай здесь, мне ничего не дают. Что, прикалываешь? И даже мне ничего не могут объяснить. Кто-то что-то ушло? Я не знаю. Что вы от меня хотите? Что игра от меня? Бля, я не знаю. Я лишь не понимаю. Почему налево путь дальше, чем направо? Хотя это вроде не так. Это же не так. Ну да, блин. А, нет, это нет. Слева подальше. Да. Ну и блин. Ух, блин, это же жесть. Я не буду здесь выживать. Это же до конченой херня. Со скоростью. Что вот здесь ничего. Ты мне что скажешь? Давайте я здесь не намерен зереть. Что тут происходит? Здесь все настолько неочевидно. Здесь, наверное, обратно. Бля, ты прикалываешься сейчас? Это, конечно, блять, прикол. Красные души у нас идут. Вау, опа, это и да. Стоп, чё? Ладно, куда надо? Побежали. Да. Я даже, возможно, потом переставлю с полета на с полета на бег. Так, я уже меч могу начинать отделать. Кто-нибудь помнит, где же? Я по ней пробежался, если не знаю. Ладно, давайте сделаем так. Немножечко ускоримся в передвижении. Похоже, он заработает лишь тогда, когда зажгутся все лампы. Прикольно. А когда зажгутся все лампы, я не особо понимаю. Ты, бля, прикалываешься, Данте, блядь. Ты.
это стоит перевод. Нет, не могу почему-то. Я подумал, там 14. Увеличил значение 400. Это пиздец. Да серьезно говорю, это полная херня. Ну то есть. Старость бывает. И блять при. Ходи там. Да ты, блин. Я твой рот, блин. Поздравляем, мы берем. Я не помню просто, насколько там далеко потом. И куда мне идти? То есть два есть. Да, два есть. А еще один. Больше не видел. Да, ты ебал твой. Ладно, ничего я не делал, но сука, Данте, спасибо. А? Мерси Баку, блядь. Я вспомнил про кнопку от чтобы снять таргет с врага. У нас лишь немножечко поздновато, прям вот чуть-чуть. Вот прям вот, не знаете, вот прям вот капелюшечку познал. Ну что, здесь недалеко. Это и огонь не страшно, это вообще велико. Это не похоже на дверь, это больше похоже. Мне как будто что-то с экраном. Вентилятор затягивает. Да, скажу честно, это было очень приятно. Ты... Ракетами. Спасибо, блядь. Зачем он мне нужен? А для чего он? Ты, бля, прикалываешься надо мной, да? Прикольно. Это прикол, серьезно. Я это взорвать не могу. Ракетомет я взял, окей. Что мне нужно, бля? Ну, 10 секунд, мне как-то... Сейчас фиолетово. Тут вообще все похуй.
Можно спокойно переигрывать задание, потому что я ни хера не помню, переиграть это задание. Это, если честно, херня полная. Я дошел сюда, а теперь осталось понять, как, что, почему, зачем и все такое. Да с этого я дошел, да. Встань. Ну они зато откисают с одного быстро. Нет, нет. Ну, самолет тоже потихонечку идет. Нет. А ведь я рассчитывал, может, сюда как-то бить. Нет. Вот меня хочет. Ну, остановлю я его. Ну вот блин. Ну вот предположим. Понял, не останавливаю. Значит, доходим. Бам. Хорошо. Понял. Только мечом. Хорошо, он врезал. Предположим. Допустим, врезался. Могу лишь это предположить. Бля, какой гениальный ход. А, ну да, то есть. Ха-ха-ха, сука. Шары. Шары. Капец. Капец. Это полный капец. Это не смешно. Это в натуре не это что такое. Так, посмотрим, что за следующая миссия и закончим. Следующая миссия задание 10, еще 8. После этого держу курс. Ну, то есть, вместе с этим, конечно, 9. Ладно. Два племени Два пламени отопрут запечатанную дверь и направят охотника в глубокое подземелье. Ну что ж, а что за подземелье мы, конечно же, узнаем в следующей серии. Ну ж, итак, всем пока, с вами Стал, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, до следующей серии и всем пока.